нормальную рыбу бери. Бери, бери нормальную рыбу. Что, она дорого стоит? Больше полтинника. Вот, у тебя там вроде рыба есть. Полтинник, да? Да. У меня есть реги на рыбу. Голду на рыбу. У меня есть реги на рыбу, Войт может сделать. Да есть, по идее, блин, и реги есть, и рыба есть, но, блин. Я могу вам дать рыбу с ГБ, если надо, там, чтоб 10-15. Да нет. Короче, пати собрано, давайте суманем ханта тогда. От Шурика. Ладно, давайте, короче, пойдем с этим ретриком. Че уже искать да, другую? Пойдемте с ним, по аурам, моя броня, ретрика. Ты уже в Дискорде? Нет. Ретрик, ты в Дискорде, плюс... Это твоя как... третья аура. Все, ретрик в Дискорде. Короче, ты умеешь кидать длани жертвенности, флешками подхиливать туда и т.п., короче. Ну, рукастый, скилловый или такое себе. Пишешь, пишешь, нормально. Молоко, слушай, твоя аура льда, переключишь потом на огонь. На... Лед огонит твои ауры. Это... Отлично. Кто он? Мастер Волк, что, давай, тенчи, я тогда Фурик. Кто-нибудь так, на камень выйдите? Полетел, да? Сейчас прилечу. На камень выйдет человек. Вы в курсе, что вот этот первый трэш надо заводить за черту? Да, вон да, на курсе нравится. Все, молодцы, погнали. Илы, вперед, вперед. Погоди, я сумоню. Бля, куда бегу? Ты у камня, Лимон? Я на камне, да, сумоньте. Я иду, иду. Выйдите, пожалуйста. Иду. Заведи, я заведи, рейс. Да подожди ты, блин. Зачем вы пошли агрить трэш, когда 5 человек из рейда не тут? Что вы делаете? Я же сказал, я иду суммонить ханта. Да, пацаны, да, харе, харе флудить, алло, пацаны, давайте, не разводите вот эту хуйню. Да, Роби, молчи. Харе флудить, да, разговаривай 2 человека. У нас есть РЛ, у нас есть РЛ, мастер. Я суммоню ханта и закрываю ебать. Да уже мы никуда не пошли, уже начинается. Одни суммонят, другие бьют, третий еще что-то делает. Все, я себе микрофон включаю, нахуй. Если хочешь, можешь ты поэрелить, мне похуй. Так, давайте, чтобы не так скучно было, чуть-чуть флуда, да, но на боссе все оффом. Боссе, да, тишина, согласен. А эрель ты, потому что я здесь первый раз, я хочу посмотреть, что там, как это все работает. Потом, когда пройдем, я уже смогу эрелить сам. Я только на 5 боссов тут. Я тактику на фул знаю, не бойся, если где-то что-то будет слабо. Я тоже знаю. Я имею в виду тут на 5 боссов только был. Все, давай, веди рейд. А если то, этот Зойл просил передать, что боссы, поскольку, ну, действительно лайтовые, пробная вся десятка, по 20 ЕП за босса символически. Это ж типа десятка. Окей. Мне все равно на ЕП, не главное. А, будет, можно? А. Тут же танк будет в этот вар, все не надо. Когда не кастут. Когда не кастут, берсу, пожалуйста, гнев не бед. Рай, прикинь каску повару. Каски я раздам. Так, по тотемам расскажите, на скорость вам. Хасту надо, надо. А кто МТ? Вар. Мастером. Звёд. Звёдочка Печенко. Звёдочка Мэйн Печенко. Хочу кольцо на танк. Я верю, он упадёт с этого трошка. Дайте сейчас бафаемся, порабатываем. Сотра, что не падает? Не падает. Я уже ходил сюда на репофар, за 2 захода мне выпало одно кольцо на милик, и мап спиздил какой-то. Подожди, чистим весь трэш или не весь трэш? А нет, конечно. Давайте весь, потому что мне души нужны. Кому-то репа нужна еще. Репа мне тоже нужна. Вот, давайте весь почистим. Короче, погнали по кругу. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце. Честер, ты кресты... Молоко, ты бафаешь кулак. Честно, твои ты все разобрались как. Ой, страж активировали, заебись. Я поймаю, куда я. Ты поймал, давай ты. Подведи под большого. Да, 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 сейчас выйду. Ой, бля. А есть Сершан? Есть Сершан. Я Макас просто перебивал. Это хорошо, хорошо все кайф, смотри, 13к БПС. Это мало.
А что, рейд, да, это норм. Пока. На боссе он даст минимум 9. Это хорошо. Не вижу на себе кулака, не вижу на себе кристалл. Пока эти бафцы на бегу. Паладины, тристы. Я всем каски раз... вроде. Тем, кто здесь, у всех каски есть. Жду кулаки, кресты. Ой, не знаю, с такими танками, короче. Спасибо. И пристабав. Ты дай пристабав. Нет, пристабав. Смотри, что-то хп, блядь, мало. Это паука первым. Забейте на мелкий трек. Паука, кок. Паук. Пусть этот лучше здесь. Все вижу. Не знаю, как у вас 50. Вот я предлагаю зеленку, синьку пыли. Не идти. Как это делает мастер? И... Отслеживаю, блядь. За... Тринчантеров 3 человека в рейд. Я сейчас вообще боешки буду, Андр. Не, тут боешки, короче, я так понял, если это гейрейд, они идут инролом. Анролом. Инролом. И в ГБ. Какой ГБ, ты что, не прикольно? Серьезно, если ЕП, то походу в ГБ. Да. Ребят, смотрите, да, в принципе, смысл в чем? Их можно выкупить за полцены. В принципе, те, кто в рейде были, они в приоритете. Слушай, на если... эти деньги тупо покупаются фактически ресы, ингры на рыбу и все остальное. Я понял. Такой вопрос, если сейчас падает колечко на там 264-е, трэша, мне его покупать, я могу в рейде забрать. Смотри, ты, в принципе, ну, если вот мы все начинаем соблюдать все правила, по правильности, сейчас, секунду, по правильности, грубо говоря, нет, ты его столбишь за собой, без проблем у себя оставляешь, и пол стоимости аука просто перебрасываешь в ГБ. Ну, вот, если по правильности. Идем, чистим, убиваем боссов, а еще БЭшки ложить в ГБ, ну, это вообще чушь. А ты, смотри, ты ложишь фактически не в ГБ, ты фактически это переводишь все на саппроты, на рыбу и ну, просто берешь... Смотри, допустим, мне кольцо на ДД надо, чтобы пропало в дальнейшем. Такое, смотри, почему нельзя так, если мне шмотку нужно, я одну надеваю, а все остальное скидываю. Так можно? Просто ну, конечно. Кольцо с трэша, серьезно, мне проще репофармить там будет собрать. Оно, кстати, не падает на репофарме, порезали с первого босса, вроде порезали. Упало мне кольцо позавчера. Два захода было. Но он ниже стал. А посмотрим-ка. Куда пошли-то? Ну, двух этих. И блин, вы и там вниз были. Пошли, и это, уводи все, вниз всех. Страшно, я всех беру в кучу. Переживай. Там всекать. Окна будут. А, пол секунды, сейчас с Зоевым впишусь по поводу этого вопроса. Да, и просто, блин, реально, мне нужны 264-й кольцо. Мне меткость не хватает полпроцента. Надела все остальное, что скидывал. Человек не жадный. Я понимаю прекрасно, что вы фласками обеспечиваете. Блин, ну кидать первую боешку, которая тебе нужна на мейнспект, и выкупать ее. Блин, ну как вообще пиздец, извините. Как бы, ну как и РЛ, я вообще при такой точке зрения, я никому не надо. Что если кому-то бое нужно, он при мне ее должен найти. Их. Как у вас гильдии, ну смотрите сами, вас все. Так что мы здесь гости, мы уважаем. Я бы вообще предлагал забирать нахуй боевшки, блядь, за ГП. Не, за ГП это вообще дичь. Я знаю, так по-приколски. Ну а что, типа, например, если никому вообще никакого чего-то не нужен, он забирает ГПшкой, блядь, и бабло получает. Я дам 20к голды на багровое колье, мне надо. Вот ну тебе, честно.
А если оно выпадет, то оно реально гораздо дешевле идти выйдет. Да, за 10. Если багруху там упадет, я в ГБС кину. Хотя, конечно, хотел бумагу отдать. А квест есть сегодня вообще, кто знает? Квест обязательно есть, только вопрос на кого. Чё на великана кто-то? Точно нет, он на старте тут. Почему стоит? Только ханта бьет кокон? Второй кок тоже стоят люди, блядь. Там дается 18 тысяч голды багровое колесо. Стен. Короче, что я сделал? Сзади, 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 народ! А что там сзади? Если туда бежать было. Сказали, сзади. А, ну сейчас приведут вас. Да я уже его бью. Ставил себе экспёрл, короче. Уберите. Короче, здесь вот сбоку где-нибудь. И бейте. Ну, они не сильно бьют, кстати, по мне. Там эксперл, короче, вырублю, включу себе гриттер. Не знаю, как-то привык уже за 9 лет гриддом играть. Заберите моба, пожалуйста. Я забрал. Нет ухода в тень. Я тебе и сали, каплю. Кура мало. На вторая шнурка 10 для гриттера. А на Дискорде? На Дискорде. Ник Бурский. Пара, а че вы топор не отнимаете? Алло. Бизарно. У вас трое, блядь. Отнимайте кто-нибудь по очереди. Да, мне тут не так, как на церкви дамажно. Привыкайте к Гере. Если можно топор отнять, отнимайте. Что такое отнять? Я только могу дамажить. В смысле, да? Я а большой вар, я ловушка в центре. Ты заберешь, да? Слугу возьму. Сделаем вот так, давайте большого побьем, я его посилю. Бейте большого. Бейте на эту хуйню, пусть она бегает там в текстуру. Вот так тебе все спало. Честно, Савиагр. Разве тактики знаешь? Плюс один. Сова опять это, которая, блядь, с талантами не вкачанная, да? Предел супер. Кача, она единичку, уже. Единичку вкачал, неплохо. Это она. Да, хорошо. Она рядом сидит, она слышит, она злопамятная. Твоя жена? О, все, лимон. Ты прилип, слышишь? Угу. А че ты под мордой стоишь? Посмотри, я сбоку стоял. Ну, смотри, ты стоишь справа от танка, ты клеем получил, поебали. Твой косяк. Это не агро было. Я предлагаю лимону ГП дать уже сразу. Стали смерть, смотри. Видишь, что это был. Это твои проблемы. Крути мои его так, танчил другой танк, я танчил маленького моба. Это твои проблемы. Так, все, на боссе тишина. Все, да, мастер РЛ у нас. Что, если есть рыбка, там ставьте. Поставьте рыбу, я пока релог на садон вырублю. Точнее, врублю. Я тоже релогнусь. Честер, подходи сюда. Бафну всех, кто там. Это не забудьте бафнуть у конта. Лимон, ты видел, у меня брюлик вчера упал? Будь проклят. Я тоже сказал, Честера на каждый надо. Меня прокляли просто. Надо Честера на этот, как его, на костер. Потому что маны мало у меня, капец, 50 тысяч. Честер, а почему у тебя мана так быстро заканчивается? Потому что я хаста холипал. А ты пробовал бить босса в этот момент? Ну, если получается, конечно, бью. Светлую джагу дал и... Оно мало регенит. Возьми клятву и, не знаю, там, можно же пригенить под клятву. Клятва, крылья. Так, рыба.
Так, у кого насколько крик хп идет? У кого 8 минут на есть? Танк у тебя должен быть. Нету армсов у нас. Ну тогда танк, ты следишь за своим хп и постоянно подкидываешь. Что, честно? А, так, сейчас я эксперли вырублю рейды. А там хант просит тотем. ДК пламени, неистовство, источник, каменный кол. Прота? Зачем тебе прота? Что, у нас нету бафа? Приста, ну, это... Я же сказал, перезахожу. А, кстати, дай по мне прота, а другой паладин дай тебе мне каску. 3% минус дамага, ёпки. Это тогда только себе прота бафну. А, тогда молоко, бафы, каски, честер, кулаки, кресты, всем бафы, чтобы меньше урона мы получали. Перебафайте, пожалуйста. Как им силы земли нужен вам? Силы земли? Это ДКшный, давай, миликом. Ханту лучше дай на ловкость. На ловкость ханту дай. Так, блин, он идет с этим спаренный, с неистового... Кто идет? Кто идет? Зачем идет? Ну, гнев воздуха, он идет в паре с неистовым ветром. Ребята, у нас РДДшный рейд или миличный рейд? Вот, об этом и речь, поэтому я вам не стал ветра. Ставь ТТМ, все. Мастер Вол, ты МТ, да? Да. Когда ты МТ кидаешь, бдительность на ДД, на Роме кидай. Я в курсе, но просто суть в том, что я хочу, чтобы он меньше дамага получил. Суть на Роме, том, ну, думаешь, Роме, что меня сорвет огром? Нет, не думаю. Ну ладно. Ну меньше с тем я кинул на него, конечно, но... Так. Что, поставили, нет? Саня. Дайте рыбу, кто там хотел поставить. Я пока не могу использовать... А рыбу ставлю. Стараемся не падать. Есть кого фласка на ДД, спрашивает Рятри, купит фласку. Больше ДПС легче нам. А почем они продаются вообще? 50 голды, 56, не помню. Нет, у меня просто есть всего 4 штуки их. 50 голды хватит стоит, на... 60 максимум. Нет, хватит нам на рейд, не хватит, не знаю. Ну, 4 штуки дам ему. Хватит. Нет, я ему одну дам. Пол. Секунду, подожди пока. Я не буду не нажимать. Сейчас фласки найду, где они тут у меня. Тут полная забитость. Зачем ты мне это даешь? Это подарок. Все серебряные, спасибо. Нет, это есть, у меня есть. Стоп, где мой? Я хотел снять ассиста, короче, нечаянно кикнул. Где мой? Я пригласил. Так, ну это, вы пейте настойки свои. Ну как побежит танк, я выпью. Все, выпиваем фласки. Ой, а у тебя что, других нету? Настоя. Стоп, пошли со мной, у нас тут я... Не тут. Потом просто. А что вы давай, делаете? Чем-то, зачем? Он убивается и все. Да вы что, вы хотите мудрить-то? Тишина. Чё, Герум? Шип слили. Все стали милики. Нормально. Зона все. РДшники милики. Под босса Фрэнк. Тут лужи редко развиваются. Шип. Лишь. Все... Каком ханта стоят во фрейме босса. Скоро выхарь, готовимся. Все стали в один фрейм. Босса можно бить. Бля, чё-то не ДВМ намахивает. А тут не так пашут.
стойте, пожалуйста, все в центре, в тотемах, чтобы шипы вам было удобнее бить. Весь рейд по тактике должен стоять в центре. Танки слева, справа от рейда. Надо тут не агриться вон туда. Он тут не агрится, тут надо стоять всем в одном центре. Ну да, да. Это не 25 хм, что надо туда-сюда бегать. Шип слили. И когда на шипах и скелет нажимать, чтобы мы вас похиливали. Шип. Я жопу горит. А мне не дамажит. Шип слили. Скоро выход. Стоим в тучке один. Да, у Сакрова. Сольда. Так, ренем. Чё, Частер сильно дамажит, Рэй? Да нет. Сейчас. Решан просто. Давай бокси и кан. Сейчас походу уже что-то с шаманом соревнуется, да? ПДПС. Да я не должен его по хп с вами. Чифа. Чифку сделали, косточка попала. Изи. Опа. Шея на танках. Я счастлив. Хорош. Ты вообще мега ролл. Сразу напялил. 237 стал. Ну там меткость не докапывает. Доберите. Квест на Дарнована есть. Ронин. Так, ребят, принимаем любую конструктивную критику. Сова играет сейчас через две доты специально, чтобы вам было, и накидывает, держит раскол все время. Ну, сова выдает. Через будем две делать. Доты они всегда играют. Будем делать. Конечно. Не, я просто... Это да, конечно, делаем. Не, я просто к тому, что любая конструктивная критика принимается, мы все слушаем, сразу все анализируем. Я не знаю, мне говорили, что тут совы не пашут, типа, по ДПСу нормально. Я вообще не знаю. Ну, сова не будет имбой в любом случае, но тут вот 7.2 ДПС уже выдают. Но она пока маленькая. Что делать, мастер? Подожди, А тут надо немножко сложно. Вот тут звезду вообще не надо агрить, тут надо понемножку трэш вводить. Веди, давай. Или... Насколько я помню, к звезде не надо подходить миликом, или вообще, я не помню точно. Ну, сейчас попадаем, ничего страшного. Тут что-то вытаскиваешь, что-то держишь, зачем разводишь. Зачем вы туда пошли? Вверх поднимайте всех. Ребят, мне подать нельзя. Я припот, они дорогие. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кто это набежал-то? Есть, да, у нас два. Смотри, они боятся, убегают обратно. Они эвейдятся. Сильный эвейд на этом сервере. Таких
Короче, в чем прикол больших тут? Лут поменяйте. Фига, боешь конру. Что, боя упала? Ушак Джордана. Копейки стоит этот кушак. Так, за звезду ее надо последнюю агрить, и там милики вообще не подходить. Будем в 2 РДД подзабивать. Большую не агрить сразу. Большую в конце будем убивать. На десятке, насколько помню, контроля нету, не? Да есть вроде контроль. Вместе, вместе. Нет, мы квест будем делать, пацаны? Да, да, будем. Я думаю, друль держит в корнях там. Зачем? Да, без друля. Ретрик есть на это. Покаяние. Покаяние. Покаяние, корни. Ретрик, знаешь, как делать что? Знаешь, что такое покаяние вообще? Да. Вот Дарнамана вообще никто не трогает. Потому что под него хотя бы одиницу урона нанесет, он сразу спадает с контроля. Ну вот сейчас началось уже. Сове сейчас уже нельзя звездопад. Потом все спросят, а где ДПС у Сове? Звездопад, а у него символ стоит? Все стоит. Да, Ретрик просто будет там, где он выходит. Все, она. Все, 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 все. Эх, Ретрик скакал обратно назад. Смотри, танк, что у нас тут. Тут, короче, вешается дебаф именно на танков. То есть, на меня повешался дебаф, ты забрал, я вынес. На тебя повешался и так по очереди. Понял? Я знаю. Забирай. Мы так всегда делали. Забирай. Ну, только на танках. Все должен на рандом печатника рейды кидать. А тут только на танках. Ну, на комбо игру. Меньше проблем. А, да, запоминаю, Войт. Давай, пиши. А чё, разговор ты... пишешь, нет, Войт? Да. Вообще красавец. Потом послушаем. Блин, мне нравится, как вот эти летят, вот ракеты от ШП, да, получается они? Угу. Наоборот, отражают. Все время кажется, что я в ульде, но тени фобии. А смотри, летит, 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 просто вот так вообще. Слишком далеко убежал. А, кольцо упало. Хуй яйцо. Это все луты. Короче, Дарнаман выходит с левой стороны, насколько я помню, сразу. Ретрик, да, стоишь, там. Первый трэш, ждешь Дарнамана тут и сразу ему даешь ему тут покаяние. Берешь его фокус и ждешь, запоминаешь, когда у тебя просто уже откидаешься покаяние. 5 секунд, ты уже сюда к нему подбегаешь, короче, и кидаешь в него покаяние. Все. Если что, можешь фир даже кинуть вроде. А, он или он гуманоид. Так, по ДД. Так, по мобам. Мобы есть тут рейнджовые мобы, короче, и миличные мобы. Рейнджовые мобы не сбегаются в кучу, они стоят просто все на месте ДПС. То есть все ДДшники сразу сливают трэш, они ждут, пока они сбегутся в центр или что-то еще. Фанатика забирает... я забираю, а остальных двух мобов забирает Дим Димыч. Фанатика всегда забираю я. Одного. Второго фанатика и рейнджового забираешь ты, понял?
А чё на пол? Здесь надо снимать дебаф от темной магии. Тут надо снимать дебафы. Сова, снимаешь дебафы? Ну, отменяйте тогда. Потому что рейнджи ставляют дебафы, на которые я делаю скиллы... когда на скилл? Слили мобов. Они не бегают, приверженцы, они здесь стоят. Да. Дарнавана не трогай. Кто там, сова стреляет? О, блин. Сова. Все, сова уже, все, сори. Законтрольте его, чем хотите, блин. Во. Этик, дай покаяние ему, когда корм кончится. Он не даст, когда там. На нем дотов нету. Мне дэвэм неправильно. Нормально, мне хорошо работает. Скоро трэш. 2 секунды. 3, 1. Трэш. Бов. Ты капли даешь, да? Танк, предлагаю леди бить на месте, где вот тут будем, потому что долгован там пускать. Да, согласен. Хан, дашь меня на пул, когда это будет. Паза. Это трэш будет. Трэш, готовим. Стоп, а босс. Ну, не стоп. Трэш. А где Дарнаван? Он в центре. Он в жабе. Босса, переводим. Танки, поднимайтесь наверх. 4 стака заберешь мне. На пул дайте. Геру. А, не, да, Геру. Так, выяснил, Дарнавана не шарится. Нет. Возможность отходить от духов, которые к вам ли хорошо дамажат. Вон справа. Сейчас заберу. Честер, на тобой дух. Еще один дух рядом с Милли. Тебе. Череп. Охуй. Череп. Хуево. Там на РДД. Можно на лифте, кстати. А, там квест, пойдемте квест давать. Так, если никто не ролит, кидай меня туда. Я тут дизенчан пошел нахер. Давай тогда ролить. А можно, я все нахуй не забыл. А можно, тихо, ребятки, а можно попросить Сове объяснить про баф по рейду лапки и прист мульти? Дай, пожалуйста, по рейду стамину. Я на себе не наблюдаю этих бафов. Значит, одна шмотка тебе, одна мне.
А по рейду лапу это всем индивидуально, да, раздавать? Нет, есть баф, который за реагент дает по всему рейду сразу одно. Удар дикой природы, бафало сразу с пула. Есть так, баф. Ой, знаю, есть баф. На мне нету, посмотрите на меня. Ну, да, где ты был? Хилы, поднимайтесь наверх, сейчас отъеду. Ну еще раз бафну. Ты вой до кикнул. Да, 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 ну бафай, знаешь. Да кикл, когда бафнут. Короче, сейчас открываем, а там ни хера себе. Бояшка упала. Ого, нифига себе. Ого, Роми. Кулаки кто бафает? Кулаки бафает, честно. Дай, пожалуйста, по мне кулак. А что это за посох такой, агрящийся? Опа! Вот мне хлам. Войт на мой... О, смотри, пан. Кольчуг упал. Я только что кольчуг. Косаря, блядь, или... Ой, прилетел дракон. А это больше не... Сорян. Если тогда на я бы холипала закину. Смотри, сумки неплохо. На циркуле голда за счастье. При этой сумке. Ну что ж. Хочешь, я расскажу вам тактику на езде убить? Это как его? Корабли получить чего? Убрать можно как-то этого. Хочешь, я вам расскажу как? Что ли? Русская, что ли? Что? Милики не будут перебегать с корабля на корабль, они постоянно будут находиться именно там. Ну, это багаюз. Не баг, это фич. Короче, смысл такой. Танк одевает ранец. Жмет. Прыгает с угла в угол на том корабле. Тем самым получается этот босс. Но при этом он его таунтит и прыгает. И все, и таунт с него не спадает. И он ничего сделать не может. Я не знаю, есть такой момент, что можно этого босса забагать. Но как его сбагается, что он вообще не бьет? Я не знаю. Нет, тут не багается ничего тут. Багается, я был в прошлом целка, его багнули. Нет, я имею в виду, я не знаю, как багать. Я имею в виду, что вот так вот можно, что... Ты на этом корабле или я на другом корабле? Я на другом корабле, короче. Да. Кто знает, как багать? Никто. Я предлагаю как... вам ничего не багать и бить нормально уже и запускать. А пушки размораживать как, Сань? Шоком, я буду размораживать. Шок небес, юзы по льду, ну... Обафаются пушки. Да, 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 кулаки, кулаки, бафы. Ну, кинешь кулаки туда. Хорошо. Че, полетели? Играл. Секунду, я пока отойду, минутка надо. Возьмите тогда все. Че, вы будете танки так делать, нет? Да не, нормально берем. Нет, ставишь на единичку. И просто по КД жмешь духи, главное. Ребят, еще одна фича по поводу этого сервака. После рестарта же знаете, что квесты периодически меняют. Да, если что-то будет, то возможно квест будет другой, но... Да, если что, чекать на великана. Все остальные не стакаются, единственное, что можно, это великана стакать. Да, кстати, да, если дисконт будет, великан будет. Квест. Ну, например, при взятом квесте на две гнили, ну, на тухлопузо гниломорда, если у вас есть квест, но нет НПЦ, у вас фактически, даже если вы сделаете его качественно, у вас они не сольются в результирующий. Не засчитают. Ну, грубо говоря, можно стакнуть все, что угодно с великаном. Запускаем. Так, все, кто на пушках-то будет сидеть в итоге? Пойдите с пушками.
Давай я сяду туда. Честно, размораживаю только одну пушку. И все. Чё, садись, Роми, настакивай. Работают пушки, когда нельзя. Можно издалека стрелять, нет? Нет, тут не настака. Они включаются, когда только корабль прилетает. Да. А, ясно. Если две пушки вы разморозите, они заново заморозятся. Ну так, будем... Ой, все, убивайте их, все. И стреляй, крест. Типа. Мах через 10 секунд, если правильно пошло. Ага, уже походу лучше. Нет, заморозки. Работает таймер, да? Я прыгаю. Мах. Прыгайте с левой стороны. Ретрик, блядь, не подходи к бо... Морозим. Что, не мороз? Не, все. А, ну, пофиг. Убиваем их. Рот обновил. Вот я еще 5 минут плат. На собой хватит. Через сутком дебафта. Женька, блин. Блин, щиток упадет или нет? Вопрос. Просто вангую будет. Назад вернулись. Заморозка. А это ж... Правильно я понимаю, если сейчас, например, в пати там магов и всего такого, то у совы было бы выше ДПС. Да, не было бы. Да, тотем на хосту стоял бы. Угу. Если был бы вместо второго фурика. Чё сильнее. Назад. Что там? Соу. Да? Да, конечно. Есть раки похуже тебя. Это не в обиду. Все, ты же в чайсе.
А, хер там. Прыгаем. Куда вы пошли, блядь? Для меня оружейники задолбали. Бейте куда. И поменьше. Добивай. Поморлочка все-таки. Изи. Все, меня тоже в ранки записали. Где-то. Я розочку. Подождите минутку, я сбегаю, кольцо возьму за дружину. А мы это боимся. У меня глупо, уже дружелюбие. Кольцо 213 я хочу заменить. Сейчас труба упадет, ШП будет плакать. Чё? Чифт! Оп, это мой. Снег, Карл. Давай сюда. Хорош. Я пока не могу использовать. Помнишь, что я сказал на кораблях? Что у тебя с роллом вообще не упадет? А ну дай-ка я. На, что это такое? Так, это подожди, мастерство. Сейчас я подумаю. Не, как бы пускай забирает. Да у меня есть крафтовый, недавно сделал, блядь. Честер, да? Да нафиг они мне, ты шо, они? Тогда следующая шмотка моя. Поставил я очень сильно теперь. Я имею в виду, что на этот какао. Блин. Сейчас рудак еще пойдет заберешь, да? Да, обязательно. Нет, грудь не буду забирать. Ноги. И да, могу забрать. Ребят, давайте быстро. Время тоже бежит. Слышишь, Ретрик, вот здесь вот будешь сам трэшу давать, понял? Вот здесь вот. Появится. А тут вроде его не останется. Останется трэш? А, не, одиночным станет. Вот, молот правосудия. Вот этому вот трэш, который вот здесь появится. Я кину правому трэшу, вот. 6. Так, пушка бы упала, было бы нормально. Так, как что на пол? Тут, кстати, таймер вроде неправильно пошел. Да, как получается, как слово скажет, за 15 секунд он уже будет активен. Стань меня, Тан. Сейчас встань. У меня таймер. Вот, все нормально. Не переживай, еще пол. Нет, таймер не пашет. Не пашет. Ах, Антон, по 5, да? По 5 отдал тебе, каска есть, кулак есть. Ну, у тебя все. До 15 секунд и будет уже актив. Короче, ты забираешь левого моба, я правого. Первый танчуя. А ну быстро все лапы у вас попроверяли, чтобы потом предъявы не было. У меня есть. Что за лапа? Паф. Ну когда дай 5 говорят, ты даешь 5 и все хорошо у тебя. 47 штук на это, лап дал. Все, сервер завис. Не, они ж тут типа разговаривают, вся фигня. Все, поехали. Через 20 секунд будет пол вроде или раньше. Нет. Сейчас будет уже. Ну, все, короче, 20 секунд до таймера. Решать. Да-да. Забирай. Босса, блядь. Значит, что ты. А ты. Трэш, блин. Ой, что ты ПСом? Готовьте страж. Извинитесь, слуги.
Оп, плачу до нахуй. Все крови, слышишь, сова? Чуть пролезли. Здесь нет. Топа вам кольцо крови ебашит. Тебе нужно. Это я спросил, а что ее фиг? Это... Не рейндж не держать. Не, про рейндж, да. Трэш. Играй. Забирай. А нет, я бал. Не, он меня бил, потому что рагаешь. Метка пошла. Супер. Хочет обогнать. Да блин. Ну. Жесткий хан. Блин, да ладно, вообще, я могу груз стоп ДД, блин. Ты его не скоро обгонишь. Вот это колечко, колечко. Это... Ой, это вообще печаль. Вот, что такое с ДПСом 7К? Wait? Ну да, я не знаю, что придум. А чё вам не нравится, я не понимаю. 7К ДПС? И чё? Это моя, отдавай мне её. Она трескает, а никому не надо. А сколько надо? 8? Там в твоём шмоте хотя бы 9-10. Да ладно, вы не парьтесь, не прокнуло у него. У него нету этого РПБ. Там мне тоже нет. Перекурим минуту, блядь, давайте. Давай трэш убьем и потом перекурите. Там сейчас ленточка упадет. Я попал. Портал открыт, идите сюда. Вы... Ой, давай в танк, я пока в армии. Вы валик заливаете здесь? Центр, вот, заливаете вы? Вот теперь... Давай Валю убьем, она будет летать, блин, беспонтонно. Валю не надо убивать, она багает. А она убивает весь рейтинг. Это потому, что убить ее не убить. Да она бибанутая слегка. Короче, она зла их не Просто я толстый, я задеваю ее постоянно. Если что, потом не кричите. Да не, ее просто садят, разворачивают рейда и жестко ковыряют. Я не паладин, чтобы прожать бабл и камень возвращения домой. Мне придется драться. Может, акварию попробовать ШВ прожать и камень? Мне приходится драться. Блин, Хант вообще молодец, он еще и второй штаг дал, вообще прилично. По трэшу дам ДПС. Ну, я больше всех набил.
Вот второй. Да, да, я нихуя не забираю, на танка нихуя не забираю, пиздос. Где Войт? Стоят, ждут. Что, все ФКшат, что ли? Не, бежит. Войт бежит. Валька бежит за ним, нет. Или да? Нет. Черная граница, пожалуйста. Стоп, стоп, стоим, пока она пролетит. Что сделать? Грани нас там. Что, давай этот. Синий есть камень? Ульти. Нету. Хил есть вроде. Есть это РБКшный камень, у кого синий? Нет, не надо, сделай обычный, будет. Пожалуйста. Ну так, подожди тут. Эфирит у меня есть в бар. Будет перекур перед, я могу слетать за ним. А ты в шею хочешь? Да, я ее не скоро заменю. Может, дезерит лучше? Я и говорю, у меня дезерит в банке. Буду слетать профом быстренько и принести. Ты вот сейчас пока лети, пока трэш, один танк ставится здесь. Лети. Камень, ты этот, бабл и камень... Зачем вам летать туда-сюда? Никто никуда не летит. А у тебя есть камень? Дезерит? Обойдетесь нахуй без эфиритов, блядь. Когда будем ложиться, хуёвый будет танк, тогда подлетаешь. Бурский, я только сейчас заметил, твоего пета зовут. Где Честер? Я тут бегу. Честер, есть с тобой зефирит? Да. Дай одну штуку. Зачем тебе? Тебя спросили есть, ты сказал да, и тебе сказали просто дать. Валька, Валька. И трэш еще со ступенек спудит. Красавчик. Нефть тебе спал, да? Свою доливаем, потом Вальку. Вальку точечно. После погани Вальку. Диспел палы. Гнев небес, дайте. Петр Божи. Давайте звезду точно дать быстрее. Все по звезде. Все, большого древа. И все, че, говно ваша хуйня полная. Ну да, если его нормально хил. Просто честно вообще божил. Он меня вот оттащил. С 1%, я там уже полутрупом. Да нормально, я сразу надо заливать, я понял. Так что, хилы у нас вообще хорошо есть. Шаман вообще хилит. Только не злые, это у вас тут у страха глаза великие рейки. Я рука жопы. Не вздумайте перехвалить. У меня жену уронила, вы мне тут говорите. Я думаю, ну, главное... я там что-то по голове уронила. И главное, чтоб смотри, чтоб со стула не падали. Не, она мне уже сказала, ты пока что-то там диспелил, меня убили. Все. Теперь я враг номер один. Теперь ты пойдешь пельмени ловить на кухню. Не, просто я теперь чай должен. Скорее бафнет крест. Кто там что бафнул? 300 бафнет. Обегу. Так я ману пока восполнил. Я отдал, дал. Вот смотри, Лимон, ты представляешь, да, вот сейчас Фурик дает десятку, ну почти 11 в этом, ПВП тринями, блин. А если не на него трини нормально? Будет давать. Чё вы лут-то не поменяли, чё вы
Тормози. Никто не меняет лут. Почему? И рейдом идем. Не, у нас же пух один. Два? А, не, ну уже хант не пух. Твиночка? Да-да-да. Я твиночка, блядь. В 9-м месте под ОПС на сурке. А что вообще есть из БЕшек такое магическое? Ну, 64-е имеется в виду. Вот же, запястье. Ну, не ладно. Ну, запястье есть. У вас следи, которые. Запястье у нас есть. Верхний бес. Пестер, верхний бес. А из колец ничего нету такого интересного? Не, нету. Пока хилоской как-то. А хиловской тут трэш, он его даже хил не должен носить. Ну из магического только жезл, да, вроде? Опа! Что, вот, есть вот боец? Вот, слышишь, да, вот это вот возьми. О, тоже надо. Да. Пеленочка какая-то там еще. Пуляйте нижних мобов, с них большой шанс упасть в бое. Уже собаку привели, под жопу идите. Выведи ее сильнее, чтобы вторую не сажать. Не сажается здесь. На 8 стаках меняются там, на 9. Где? Тут? Небе. Где в небе? Я первый, следующий. Честер, следующий твой. Вот она стала показывает свои могущества. Я хоть чуть топу. А-а-а! Честер, гнев. Давай, снег! Как она собрелась? Мы же далеко. Сам. Залетим. Ману, не я. Надо. У меня 7 стаков. А. Да хоть одну добейте. Бейте, бейте. Нет. Это там уже без вариантов. А как вы так, я не могу. А что не кинули-то этот? Кто-нибудь, чтобы нам нафиг бежать, кинули бы этот. Иван? Ну, ну конечно. Был. Не успел. Потом Иван, что вы... сможет снес масресу. Потому что вы не скиллованные. Мобов, вот эти, которые появляются из собаки, их надо заливать до следующих мобов. Ресайтесь. Блин, ну... Вулкан, дай масрес. Он... Честер, ты мне дашь зефирить, нет? Да сейчас дам, подожди. Давайте все под жопу на собаке. Не вам не бес, чтобы, блядь, бомбить. Выводи ее сюда просто. Ее вывести надо было. Видим. Я здесь первый раз, поэтому это такие, знаешь, шлаки. Технические. Мне кажется, вообще кто-то сагрил. Тоже показал, что кто-то сагрил. Хочу вам сказать, это все сова. Мне она Горан свой дала, ой, как он, звездопад. Горан, да, да, да. Ты научись сейчас смотреть. Ронни, научись, как скиллы называются, тогда на кого ты гони. Главное, что все меня понимают и все знают. Просто я в этот момент сова подходила, ой, сова, говорю, собака подошла, а сова под звездопадом была, вот и все. Ну, белка зашла. Сова звездопад не отдавала. Давала, я что не видел. Тебе что-то двоится в глазах. А что, все Лимон, вы? Белка зашла. А, стоп. Я звездопад не смотрю, было. Звездопад не было в откате. Звездопада не было, я смотрю по... Нет, значит я путаю что-то. Ну все, не вопрос. Ага, ГП за клевету на сову. А ты белка тоже в гильдии, что ли, или чё? Да, да. Нихуя себе. Это топ-хил вообще просто. Давайте бафться. Сдаю каски в арм прото. Сты кулаки, все дело. Орхидея где? Ага, вижу. Сначала сварим этих мелких. Которые справа? Да.
Подождите секунду. Хилим. Лимон, потом мне агри, эти камень отдам. Так я тебе могу еще, у меня три зефири-то есть. Я могу тебе 3 50 дать. Настя, возьми. Вижу. Еще синька там, перчатки какие-то синие. Спасибо большое. Так, хоры искать косяки совы. Все-таки сова, да, виновата. Каким образом? Падающая звезда это Т4, который в таргет лупит. Она рандомная по таргету? Нет. Ну, блин, а тот моб не в пуле, она не в этот, не в моба играла. Ну, ничего. Смысл такой, везде виноват лимон и сова. Все. Вопрос. Смысл такой, закрыли рот, и никто ни в чем не виноват. Вайпнулись. Сюда нормально, дальше не нужно выводить. Выводи нормально, все. Так. От жопы встаньте. Механта. Агро. Сливайте трэш. Сухой трэш сливайте. Его надо сливать, он не должен жить. Он может старфол дать. Ага, потом да. Давай, звездопад. На втором трэше звездопад, ретрик, гнев не бед. Тут никто не орёт сильно ли за протупы. Тут вас учат, как надо. Если протупили, это значит прямой. Тут никто не орёт что-то. Бери, забери. В чём-то виноват. Бери с меня, мастер, забери 6 так. Я не танк, вой танк. А ну вой, хоть бери. Трэш сливай. Будет еще один трэш, я дам гнев, наверное, успею. Да, успею 10 секунд. Вот на этих боссах я уже не был. Табак. Дай ленточку не упал. Иди левую будет. Даже репу не дали за нее. Йоп. Там смотрите, осторожно, эти еще ловушки есть. Ой, ты... А, давайте здесь постоим, пусть кто-то ловушки вскроет и трэш зальем сразу. Вторая пока идет, понючка. Белка, привет. Привет, Белочка. Всем привет. Здорово. Привет. Привет. А кто такая Белка? Белочка это Эрдруг. Ну, один из лучших Эрдруг, которых я встречал на X1 все время игры. И это всего второй человек, который в Эрдруг играет. Если не превосходно, то великолепно. Стойте здесь. Танки, стойте на месте. За... Блин, да, войти. Там еще оба.
ты сильно не преувеличивай, да я покраснею. Ты что, белочка, не согласна? Ты хорошо хилишь? Я не говорила, что плохо, но не настолько. Еще и скромная, видите? Это у нас претендент хил на этот, на БРС сегодня. Да, еще раз похили белочку вечерком. Вот, на целых казах, насколько сможем. Пока прошли первый, сейчас просто должны убить. Убьем ледяную печа, пойдем, не убьем, то тоже пойдем. Рду, ну, вам тоже нужно, шаман, короче, всех затащим в БРС. Там ловушки разряжайте, мы половим. Стойте на месте, на месте. РСК 10, Гурский, если хочешь, пойдем. Ты, кстати, очень пригодишься там. Ловушка не разрядилась, странно. Она дальше стоит. Так, я пройду еще дальше. Ну я уже до босса дошел. А, вот она где аж. Слава, ты теперь в танке будешь, что ли? Она моща. Я войду и кинул пока что в танк. Пошел за второй ловушкой сразу, стойте тоже тут. Да, это не побежали. Я в не бьет, да, когда. Че подался блантины. И ты тоже сейчас давай. Никто не дает. Че? У меня символ просто стоит на символ. У меня нет символа гнева, когда 30 секунд не пишет. Да просто не буду, символ. Поменяюсь. У меня гнев на рпале есть прокачан, но на холе пале же нету. Ёп, сколько зелени. Ты чё всё зелень ты забираешь? Нечестный ты человек. Я сказал, боёшки андропал. Ладно, короче, речь будем собирать, будем пылить. Да ладно, чё, справа, я чё? Потом вам кину, нахуй, на раз был. Да ладно, мы троллим тебя. Так, кто-то пилот. На. Кроме 4 гол. Чё говоришь? Терегал дырится. Я правильно понял, все пошли, а двое самых жадных там сидят на златом чахнут? А там у них потому что эти есть, знаешь кто, брюлики такие мигают, вот почему. Ну как, когда лутануть можно. Давай ещё это будет. Я на слизни. Слушайте, вопрос такой, у вас, когда кидается слизнь, не слизнь, а это метка, добавив её баблу, можно снять? Нет, вроде я то не есть так слизень выливается, если баблом снимаешь, или нет? Можно, говорят. Отлично. Туда ретриком после крыльев. Ой, ты сейчас в танке, нет? Слизень нажми. В танке с щитом что не видишь, что ли? Ну все, давай, Арон, сейчас мы с тобой покликаем. Заходи за линию, Данон. Шаман. Давай, я пошел. Куда пошел, блядь? А что, лагерь? Ставь. Ты здесь. На, давай, Гер. Дал Сантука. Главное, не диспельте ничего. Да, спин, прибежали. Гамон, если ты мне друг, дай вот этому вару, который за мной охотится, дай ему боб. Там бабл, нажми ретрик. Бабл, нажми рпал. Молоко. Нажми бабл. КД, наверное. У него КД откатится. У него она откатится в последнюю секунду. О чем мне рассказывает? 30 секунд. Куда ползет этот придурок? Он ко мне не ползет. Агрон на мне. Куда он ползет? Пал, чуть-чуть не хиль, постой по мне. Да нормально.
Постой, говорю, я сейчас чуть сяду и тотем отдам. Я скажу вам, когда будет взрыв. Большой пошел. Не знаю, я бабу маленького не появилась, отлично, хорошо работает. Как на ебучем X5. Большой на меня, блядь. Блин, того за боссы. Сейчас будет. А чё взрыва нет? А, нормально. Я ж бабу прожал. Да, точно, да. Чё, может и танцы замутим ещё? От чего, а? Вряд ли. ДПС маленький. А, ДПС не тот, согласен. Разве там попёрся в ЦЛК, а ещё чего делает? Чем бы и нет. Ну да. Позволяет. Большой. Какой будет взрыв сейчас? Босс. Большой в рейде. Босс. Сейчас скажу, когда отбегать. Отбегайте. Убежали. Дал вам сакру. На ком-то. Ой, не доставил. Да? Вернулись. Бог мульти. Водите на этих слизней в мелизоне, я заберу. Молодцы. Добивайте. Маша приходила. Изи. Просто изи. Где ты там кликал, ну или как тебя там назвал? А ты нахуя побежал пулить, нахуй, вопрос первый. Я весь бурс нахуй не прожал. Да как ты воду вопросы. Ну я чисто поржать, вопрос нескромный. Охранник никто не повернул, да? Все пробежали. А я РЛ поворачиваю. РЛ повернет. Ну нахуй, Рони. В смысле, ты уже забирал шмотки, так ничего. Я тебе отдал другую. Это, кому-то надо? Рони коды. Хули пал, забирай. Холли пал надо? Не, мне не надо, мне крафчено. Кран не забудь пнуть. Нет. Он повернён уже. Но на него тыкать нельзя. Будешь еще раз бабл танчить, или у нас ДПСа не хватит? Поставил метку на шамана. Одна к танку, никуда к печенку, спора. Шам, стой, ну. Ты хочешь две споры в разные штуки выносить? Ну, одна спора к шаману, другая к танкам, все. В миле и назад, ну. Ну да. Отметочку поставил специально. Войд, чёрт там. Говорят, что тут могут ваншотный танк, блядь, типа, я не знаю. То вам надо... Фласки все спали, давайте 5 секунд перекурим, быстренько. Капли какие? А, хорошо. Какие фласки, блядь? Ну, все, фласки все впали, и час прошел. И что? Давайте курим. Тухлого, а тогда перед тухлым покурим. Ну, ладно, не давай. Тухлым, а этим, проф. Хорошо, я скажу про каплю. Это тоже агрится или нет? Нет, можно становиться под жопу. Становитесь все, сначала на изготовку станьте, потом, блин. Уже дали этот макрос на пол. Я не понял, а как так рывок мне только что не прошел, блядь? А у меня тоже все скиллы выделились, блядь. Ветрик, когда скажу, дашь кап. Войд, по тебе каплю? Нет, не надо. Я в миле. Смотри, Рет, молоко. Когда скажу, дашь каплю по Войду. Войду. Первую. Только перед этим БЗ нажми, чтобы не отъехать. Одна.
это будет сначала БЗ, потом. Не знаю, тут арм со спичками имбовые. Сова. Прохил сову. Он стоит, не бьет у меня вообще. Боб. Тупой, блин. Да никакой не боб. Я... Сова в миле. Да. Там поближе, чего? Стоп, хорош. Этот стой. А то скоро пропадет, набери. А почему ты забагался? Автоатака, что ли? Ну да, но сова, он сейчас стоял, бил. Вытяни из книги автоатаку. Сова, ренжу набирает. Как там на войде 5? На седьмом я отдам пикап, в восьмом отдашь ты ред. На девятом, честно, нажмешь БЗ, тоже отдашь капку. И свои прожимки чередуют с каплями, да? Да, жертва под первая. Да, я дам. Я знаю, 20 секунд еще. Так. Я отдал каплю, свою первую. Итак, готовься. Давайте вторую достажу. Едкая нель, 5 секунд. Нажимай БЗ. Давай каплю вводи. Сижи. Вот, прожимай. Честер, готовь БЗ. Готовь кап. Я скажу, когда дай. Ладно, да. Ну чё, нормально живёшь вроде. Чуть не нравится. Еще руки к тебе будет. Стань поближе к миликам. Да, гимна ману, мульти. Даю сейчас сек. Я поставлю. 60 маны с гимном. Проект не будет, нет? Меня спадет, заберешь, да. Конечно. Раскол брони. Обновите. Я если обновил. Я БЗ отдал, когда заберу. Слышишь? Я в миле. БЗ, когда. Потому что сюда отдаю БЗ, когда забираю про. Привычка такая у меня с гер. Давай всякать. Ретрик, поставь на темную ауру и мастер ауру дашь под едкой гнид. Ну хорошо, вот. Сорок секунд до гер. Да бьем. Кстати, да, по-моему, после этого. После... Вы перекур после этого все равно собрали. А после выдоха, кажется, не нужно. Я БЗ каплю дал, вот. Опа, ачивочка. Давно. Штанная кожа. Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Поставьте тотем на хасту хоть, блядь, на одном боссе-то. Совесть имейте. Да нафига, ну блин, ну милики, реально миликов больше, ну, профита. Да ладно. Я ж, ну, сам страдаю без хосты тоже. Одна тебе, хотя, ну, я не знаю, я не сильно страдаю. Классный, да, аддон такой? Раз-раз, быстро ролл прожал, а вот видишь, как я тебя выбрасываю? Досрочный ролл. Мне пофиг. Ребят, ну я могу точно сказать, вы реально красавчики, вы там сейчас тащите, у вас все получится. Да, Маш, куда тебе такая пуха, скажи, пожалуйста. Давай, хиль, давай, хиль. Хиль, мы умрем, сова. Это честер с нами. Аж. Но вы туда зашли все, я так и не понял. А иди нагибаторы, успокойся. Главное, мы проживем, у нас есть хил. Просто это, не знаю, там, когда заходить, по цирку леска привычки. Нет, тут видишь, как получается, хоть один зайдет и сразу инвейт начинается. Шаман, ты тут? Инвейт? Ну и что там, блин?
Шам. Шаман, да ну, тебя спрашивают. Шаман, он нас хилит, он за этим. Ты там, Честер, сам справляйся. Почему он хилит? Он нас хилит за забором. Все, вы... Честер сказал, вырубай, неинтересно. А вы квесты все на профа взяли? Чё взяли? Квест? А я уже давно взял.